Находимся в деревне Березово, парк Светлый. Находится при администрации. Представляете, здесь есть фонтан. В каком селе еще можно найти прыгающий фонтан, бьющий из-под земли? Ну, это, видимо, библиотека. Игровая зона. Снова силуэт девушки. Еще спортивные площадки. Да, это библиотека села Березово. Закрыто. Муниципальное бюджетное учреждение, Дом культуры Березы Кикимовского муниципального округа. Сельский клуб село Березово. Конкурсы. День садовода. Цвети село мое родное. Вот такая вот веселая деревня, село со светлым парком. Здесь есть парковка для велосипеда. Это дети, это не я. Березовское территориальное управление администрации Кемерского муниципального округа Серега Березова. Ну и вот мемориалы, по которым мы шли.